Эта короткая видеозарисовка посвящена Венгрии. Мы ночевали там две ночи. Одну в регионе Дьор, ночь мы не останавливались, а вторую в Будапеште. Видео посвящено, конечно, в основном Будапешту, потому что Дьор мы не успели осмотреть. Конечно, Венгрия достойна более длительного путешествия, и мы туда обязательно вернемся. Надоели куски, и теперь мы едим очень какие-то вкусные блюда. Утка, утка. Это утка? Да. Это грибы? Нет. А ты заметил какие? И тут есть букеты цветов. У нас блюдо. Что блюдо? Наша путешественница. Олечка употребляет в мишлиновском ресторане в Будапеште. Спасибо. Достаточно. Давайте, давайте. Достаточно. Довольный вид. Счастливый. Вот и Оля что-то нам хочет сказать, по-моему, интересное про Будапешт. Зонтик убери, а то льва не видно. Будапешт идет дождь, поэтому убери зонтик. Дождь, все красиво, но очень Thank you.
фуникулёр-то где? Да. Видели? Пришли.